Новая версия вредоносных программ. Командой Kirin, провайдером интернет-безопасности, было обнаружено вредоносное программное обеспечение, которое крадет пароли и криптовалюты из электронных кошельков. Вредоносная программа представляет собой кейлогер, который устанавливается в качестве приложения к электронной почте. После открытия вложения вредоносная программа записывает все нажатия жертвы на клавиатуре. Программа нацелена на длинный список криптовалют, включая биткоин, неймкоин, лайткоин и другие.